Всем привет! Сегодня 9 июня 2020 года. На канале вы Антон М. Меня по-прежнему зовут Сергей. Косилка Virex 1,85 МТЗ. Но видео сегодняшнее будет не об ней, а о сгребании. То есть сегодня у нас третий день. Мы работаем в поле. И Серега начнет. Смотрю, видно, не видно было, но там гроза фигачит. Ну вот такая вот трава, то есть сколько тут сантиметров, наверное, 30-40, кое-где поменьше. Смысл не в этом. Косим рановато, но косим мы сейчас на наш. То есть это все мы будем заматывать в пленку. Попробуем, как это получится. Вот он начинает, наезжает. Т-25-то не наезжает на свой прокос, а он наезжает. Ну, это первых два, так что... Он здесь будет продолжать косить, то есть прогон до столба. А я сейчас поеду за Т-25, мы перецепили грабли, и он должен там волковать. Посмотрим, что у нас за два дня покосов, подсохло или нет. То есть первый день покосов, то есть уже два дня лежит. И вчера косили, посмотрим, как его отвялило. Ладно, поехали. Ну вот мы здесь уже на поле, приехали возле селоски Шульгино. Вот наше сено. Чуть-чуть от земли, да. А так вот шелест есть. То есть, в принципе, если завтра все нормально, возможно, что это получится сено. Вот он гребет на Т-25. Одним крылом грабли. По-моему, это турецкие грабли. 3 или 3,5 метра. Так вот они. Так вот происходит этими граблями. Чем они мне нравятся? Тем, что они не бьют сено, как ГВР-6, а заплетают как бы в косичку. Ну, есть, конечно, свои минусы и плюсы в данных граблях. Это минус, это вот эти вот колеса. То есть, если кто не работал с ними, большая вероятность, что колеса отступятся, отломают. Ну, сейчас покажу, остановлю его в этот, когда обратно поедет, покажу, какая на них проблема, кто не видит. Ну, вот эта вот часть у нас два дня лежала, то есть практически просохла. Вот он гребет прямо, шелест идет.
сена, от земли чуть-чуть есть. То есть если бы эта трава была бы побольше и косили бы КРН, то возможно, что уже было сухое сено. Вот так вот она. Вот трава. Вот чуть погуще волок, ну практически, чуть-чуть там есть. Ну вот, это вот ошибки трактористов, то, что начинает ломать, где ступицы. А так, крайний, когда навеска не очень ровно выставлена, такое может происходить. Так, экономия солярки, Т-25 прекрасно гребет и по скорости, и по всему. Спокойно за час все это прогребет, сделает и приедет домой. Так что вот так. Смотрите, что будет дальше. Ну вот как-то так. Так что ждем. Завтра. И, наверное, будем рулонить завтра. Так, он столб объехал. Сейчас посмотрим, что творится, что вчера косили. Здесь повыше. Вчера прокосили. Что у нас получилось? Просохло нет. Ну, 2-3 дня надо по такой погоде. Влага очень сильно от земли испаряется. Вон какие колеи. Когда косили, совсем сыро было. Вот это началось. Вчерашнее. Да, сырое. Это сырое. Это вот чистый сенаж. Кто-то больше подходит как бы к сену. А это вот чисто сенажно. Это процентов 50, наверное, обсохло. Ладно. Поеду туда, к Сереге, где он косит, а Игорь здесь будет доделывать эти три огорода. Ну, в районе где-то мы 4-5 гектар скосили здесь, может, чуть побольше. Я по карте посмотрел. Так что посмотрим, сколько у нас будет. Ну, я говорил в прошлом видео, что я помню примерно сколько на этих огородах у нас рулонов выходило. Посмотрим в этот год, что будет. Сколько выйдет. Так что пока как-то так. Ладно, всем пока. Подписывайтесь, смотрите. День-два выйдет видео уже с рулонником и обмоткой в Агрострейч пленку. Все.